27 марта в России отмечают День войск Национальной гвардии. Накануне праздника гвардейцев поздравил глава республики Михаил Игнатьев. Войска Национальной гвардии. Уже 3 года так именуют внутренние войска, которые под разными названиями существуют в нашей стране с 1811 года. Тогда Александр I создал батальоны внутренней стражи, одну из важнейших частей охранной системы государства. Войска Национальной гвардии входят в структуру Росгвардии, которую создали на основании указа президента страны Владимира Путина в 2016 году. У Росгвардии славное прошлое и богатые исторические традиции. Территория нашей державы велика. Поддерживать порядок в стране всегда было весьма непросто. На сегодня, если взять, тоже международная обстановка непростая, но доверие жителей Чувашской республики зависит от стабильной общественно-политической ситуации, в том числе и вы обеспечиваете эту безопасность. За это вам низкий поклон. При создании Росгвардии в нее вошли внутренние войска МВД, специальные отряды быстрого реагирования СОБР, отряды особого назначения ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования. Они обеспечивают государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод человека и гражданина. Более 50 экипажей групп задержания круглосуточно несут службу на улицах городов Чувашской республики. Сотрудники ОМОН СОБР выполняют задачи по обеспечению проведения массовых оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, а также в служебных командировках на Северном Кавказе. В профессиональный праздник отличившиеся сотрудники получили награды за добросовестное несение службы.